Уважаемые соседи, дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным праздником, 25-летием со дня образования Республики Ингушетия. Четверть века назад на состоявшемся референдуме ингушский народ подтвердил свое намерение строить свою национальную государственность в составе Российской Федерации. За все эти годы ваша республика прошла солидный путь, став одним из успешных и динамично развивающихся субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Последние годы идет активное строительство новых школ и больниц. Создаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Возводятся культурные и спортивные объекты. Одним словом, республика, как и все регионы округа, живет полноценной жизнью, учится трудиться, выполняя намеченные планы и совершенствуя экономику. Нас объединяет желание жить в мире и согласии друг с другом, поэтому и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы здесь, в нашем многонациональном регионе, были взаимопонимание, стабильность, безопасность. Пусть День Республики Ингушетия станет для всех вас ярким праздником и стимулом для новой активной работы во благо Северного Кавказа и всей России. Счастья вам, здоровья и добра!